Приветствую вас, коллега Марина Голикова дала вам хороший ответ, я бы сказал, очень хороший, достаточно обтекаемой формы ответ, без каких-то острых углов, что является очень профессиональным. Вот, но я все это говорю не для того, чтобы хвалить коллегу, я полагаю, что вы и так оцените ее ответ по достоинству. Я говорю это к тому, что мой ответ будет более жестким, более таким, наверное, острым, с целью, конечно, только одной, пробудить в вас такую определенную какую-то злость, может быть. Может быть, какую-то даже агрессию пробудить мне бы хотелось у вас, потому что, ну, на мой взгляд, явно вам этого не хватает, явно не хватает вам такой вот, знаете, немного такой здоровой злости, вот, хотя, конечно, я могу здесь тоже быть неправым своей интерпретацией, скажем так, вот. Значит, первое, что хочу сказать, это то, что есть у вас проблема. Проблема заключается в первую очередь в том, что это уже, судя по всему, вторые отношения, в которых у вас не складывается что-то. То есть в первых отношениях у вас что-то не получилось, а во вторых отношениях у вас что-то не получилось, не получается, точнее, сейчас, да, потому что, ну, проблемы какие-то появились. И, в общем-то, мне кажется, что на это, в первую очередь, стоит обратить самое пристальное внимание вам, какую позицию вы занимаете по отношению к мужчинам своим, что у вас вот такие отношения по итогу получается. Вот. Это очень важная история, это очень важный момент, и мне кажется, что, ну, есть у вас что-то, есть у вас что-то, что не позволяет вам свои отношения строить, выстраивать, точнее, адекватно, вот, выстраивать хорошо, выстраивать как-то равноправно, вот, и так далее, вот. То есть это важный момент, на который вам нужно обратить свое самое пристальное внимание. То есть, как конкретно я выстраиваю отношения с мужчинами. Какая у меня, конкретно у меня позиция. Вот. По отношению к мужчинам,
какой я вижу им женщины, вот, что я из себя представляю для них как женщина, ну, вот. То есть это все довольно важный момент, это все очень важная история, и я думаю, что вот в первую очередь вам нужно обратить внимание на данную историю, на данную ситуацию, на данный аспект. Вот. Я надеюсь только лишь, что вы это сделаете. Потому что я понимаю, что нелегко это слышать, но тем не менее. А дальше. Дальше. Ваш мужчина. Ваш мужчина, он вас не любит. К сожалению. Он вас не любит, на мой взгляд, потому что он отказывается принимать ваших детей, вот. Отказывается принимать, значит, и вас, в том числе, тоже. Вот. Поэтому про любовь здесь говорить ни в коем случае не, нельзя. По крайней мере, чистую любовь. Дальше. На его такое вот, значит, ну, на его такое поведение, да, на его такое вот отношение к вам, можно сделать, в принципе, вывод, что человек явно не заинтересован в том, чтобы вам было хорошо, вот. Человек не заинтересован в том, чтобы вам было комфортно, человек не заинтересован, чтобы вы чувствовали себя, чтобы вы были счастливы, вот, в этом человек не заинтересован, к сожалению, на мой взгляд, по моему мнению, потому что, ну, не видит, значит, зная, насколько, значит, для матери важны дети, да, он говорит, что говорит вам такое и предлагает вам такое. Даже если вы это сделаете, ну, вряд ли вы будете чувствовать себя, если вы... Все это позволяет говорить о том, что мужчина вас не любит. Далее, подобное непринятие детей, особенно для мусульманина, свидетельствует о том, что человек очень ревнив. В глубине души он ревнует непосредственно вас к вашим детям. Дети напоминают ему о том, что вы когда-то были с мужчиной, что вы не чисто в этом смысле. Слово для него, вероятно, это очень важное значение имеет. Вот, я, конечно, опять же, не берусь это утверждать прямо наверняка, но
Мне думается, что, скорее всего, его опыт взаимодействия с людьми такими у меня есть. Ну, говоря такими, я не имею в виду что-либо плохого. Скажу сразу, чтобы вы понимали. Вот. Значит, что еще можно добавить? Давайте сейчас поисследуем. Значит, ну, по поводу принятия вам, моя коллега сказала, я хотел бы добавить только то, что, ну, вот, скажем так, в копилку, да, вот в копилку я бы хотел добавить, в копилку, только, наверное, что, любовь – это принятие. То есть, если я тебя люблю, я тебя принимаю. Обращение в свою веру. Это, к сожалению, никак не свидетельствует о принятии. То есть, может быть, это ваш выбор. Если ваш выбор, то все окей. Но, по моему мнению, то, что вас, вот, заставили принять ислам, это не результат любви. Вот, значит, так, я разведённый, брак, брака двое детей, дочка. Ну, опять же, момент есть какой, да, что развод. Развод – это история, это всегда неприятная, развод – это история всегда травматичная, развод – это всегда история серьезная, и ее нужно бы разобрать. То есть, почему вы развелись, что там произошло и так далее, почему кем сейчас дети находятся, с кем они сейчас, ну, остаются, да, кто их сейчас воспитывает, условно говоря. Ну вот, все это очень важные моменты, но тем не менее, да, то есть вот у меня нет ощущения, что вы изучили свои ошибки в браке и теперь, значит, готовы вот, ну, к новым отношениям, да, то есть у меня нет ощущения, что вы завершили те отношения и начали новые. У меня нет такого ощущения, кроме того, даже больше скажу, да, что слишком как-то уж вот вы радикально поменяли свой образ жизни, как бы это ни было реакционным поведением. Ну, это опять же домыслы, да. Вот. Дальше. Вы пишете о том, что вы своего мужчину очень любите, и, значит, типа, что он ставит вас перед выбором. А я бы сказал, что, ну, тоже вот выскажу сомнения относительно того, насколько вы его любите. Вот. У меня есть на самом деле сомнения в том, что вы его любите, потому что, опять же, любовь подразумевает все-таки что-то такое, ну, равноправное. Любовь подразумевает что-то такое все-таки здоровое. У вас, когда вы говорите, что вы не можете его потерять, ну, не возникает ощущение, что это здоровое что-то, возникает ощущение, что это реально страх. Вот. Страшно потерять человека. Вот. То есть, вот, соответственно, такая история, если вы его боитесь потерять, то вряд ли здесь речь идет о любви.
Речь идет о чем угодно, но только не о любви. Дальше. Непонятная хронология развития событий. То есть, когда он начал отказываться от ваших детей и требовать, чтобы вы от них отказались, как вы, значит, забеременели от такого человека, да, вот, так что я думаю, тоже нужно понять вашу субъективную сторону, да, то есть степень осознанности вашего поведения. Насколько вы вообще понимаете, что и как вы делаете, насколько вы понимаете, как и что вы, ну, как и что вы, как вы поступаете. Дальше. Так. Он меня не хочет отпускать, говорит, ты не должна ехать никуда без моего разрешения, это мои дети, никак не могу выбрать их в своей жизни. Так, он говорит, что это все грех, это не по исламу. Ну, что касается, значит, вопрос религии, то здесь со мной нужно обращаться к людям. Знаешь, вот, мы вам в этом помочь не сможем, к сожалению. Вот. Я думаю только, что вашу свою позицию, вы уже, в принципе, обозначили. Тут это хорошая позиция, адекватная позиция, вот, что, ну, бросать своих детей нельзя, что вы нельзя отказываться от своих детей, это очень негативная история, вот. Так что в некотором смысле вы уже свою позицию обозначили. В целом. Вот. Я думаю, так. От этой позиции, в принципе, наверное, и нужно исходить. Вот. Из этой позиции. И нужно, наверное, исходить вам. Мне так кажется. Вот. Что вы будете делать, как вы будете делать, да, дальше это уже вот, вам можно будет реально помочь, на мой взгляд, да, на мой взгляд, вам можно будет помочь.
Ну, а то, что касается религии, да, здесь, как бы, нужно, исследовать. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить на ваш вопрос. Ключевой момент, это ваша собственная позиция и жизненный сценарий, который в данном случае, ну, у вас, к сожалению, очень сильно хромает, на мой взгляд, опять же. Вот. Это нужно исследовать. Потому что в противном случае я боюсь, что ситуация не изменится от слова совсем, вот, и вам будет только лишь еще более тяжело, еще более трудно действовать. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд. Вот. Примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.